Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале Мыло Опт. И сегодня хочу рассказать про консервант Казгард. Его фасовка 10 мл. Поставщик Франция. У нас он вот в таких вот маленьких бутылочках. Крышечка удобно закручивается, поэтому жидкость не выльется. Сам по себе он имеет прозрачный цвет, немножечко специфический запах. Он имеет антимикробное и противогрибковое действие. Очень хорошо убирает зуд, раздражение, воспаление. Также он хорошо совмещается с различными эмульгаторами, смолами. Он очень экономичный, с ним легко работать, его легко использовать. Также можно с ним делать, например, водные эмульсии, такие как лосьоны, тоники. Можно делать гели, например, гель для душа. Всевозможные кремы для лица, для рук, для тела. Даже можно добавлять, например, жидкие моющие косметические средства или даже бытовые, например, гель для мытья посуды или гель для мытья окон. Он очень удобный, он безопасный, это синтетический консервант, но тем не менее он безвредный. Еще раз хочу показать, как он выглядит. Вот такая вот бутылочка. Он очень прост в использовании, не вызывает никакого раздражения, никакого воспаления, он абсолютно безопасен. Спасибо, что заглянули на мой канал. В прошлый раз я снимала обзор стеклянной баночки. Ссылочку на этот обзор вы сможете увидеть под данным видео. Не забывайте приходить к нам еще, ставить пальчик вверх. Подписываться. Хорошего вам настроения!